Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я Гермес Фалькао-младший, ваш ведущий. Давид сказал в 22-м псалме, 5 стихе, «Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Сегодня мы будем говорить о помазании Божьем. Что это такое? Какова его цель? И так далее. Я верю, что помазание — это важный элемент, который необходим нам в жизни. Помазание настолько необходимо, что если мы будем сомневаться в нем, то не будем эффективными в нашей христианской жизни. У вас может быть много вопросов о помазании. Мы стараемся верить. Мы пытаемся ответить на эти вопросы. Через несколько минут я поделюсь с вами учением о том, что такое помазание. Как вам принять помазание и двигаться с Духом Святым? Я верю, что Бог хочет, чтобы вы жили в победе. Это не значит, что в вашей жизни не будет проблем. Но это значит, что вы будете находить силу, чтобы преодолевать житейские вызовы, которые приходят к вам. Библия говорит, что был человек, который построил свой дом на песке, а другой построил свой дом на скале. Оба дома столкнулись с бурями и ветрами. Оба дома пережили одно и то же, но результаты были разными. Дом, который был построен на песке, оказался разрушен после бури, а дом, который был построен на скале, несмотря на ветер и дождь, которые били по этому дому, как говорит Библия, устоял и не упал. Я верю, что Бог хочет строить внутри вас здание, которое выдержит атаки врага. Я верю, что помазание поможет вам также понять ваше положение и призвание в Царстве. Вы должны понять, что есть особое помазание, особая цель для каждого человека в Царстве Божьем. Точно так же мы видим в Библии, что у Бога была особая цель для Павла, Петра и учеников. У каждого было конкретное место. И точно так же у Бога есть особое место для вас в Царстве. Мы также будем говорить об этом. И я хочу, чтобы вы оставались с нами до конца, потому что я также буду молиться за вас, чтобы Дух Святой дал откровение, мудрость, понимание, и вы смогли принять полноту Божьего призвания для вашей жизни. Бог желает, чтобы вы ходили в Его призвание, не просто знали, каково Его призвание, но и функционировали в Его призвании. Бог хочет, чтобы вы ходили в полноте того, к чему Он призвал вас. Я верю, что Бог призвал вас к великим вещам. Я верю, что Господь будет использовать вас в силе. Но вы должны понимать Слово и действовать в принципах Божьего Слова, чтобы двигаться и получать благословение. И не просто получать благословение, но и самим быть благословением. Бог призвал нас, чтобы мы были носителями помазания, которое Он поместил в нас. И как Давид, мы сможем сказать, «Ты помазал мою голову елеем, моя чаша переполнена». Мы будем молиться за вашу семью, за ваши нужды. Возможно, вы больны или проходите через трудности. После учения мы будем молиться за избавление, исцеление, чтобы благодать Божья дала вам сил так, как этого желает сам Бог. В Слове Божьем мы видим, что Бог по-разному помазывал мужчин и женщин. Если посмотреть на жизнь Елисея, то мы увидим чудесные вещи. Если посмотреть на жизнь Давида,
мы также увидим чудесные вещи, но совсем другие. То же самое касается апостолов и учеников. Они переживали разные помазания. Об этом мы и будем говорить сегодня. Давайте перейдем к учению. Делайте пометки. Поехали. Если вы являетесь христианином уже некоторое время, то, скорее всего, слышали слово «помазание». Но что оно означает на самом деле? Что об этом говорит Библия? Оставайтесь с нами до конца этого выпуска, чтобы узнать больше об этой важной теме, которая изменит вашу жизнь. Если же вы здесь впервые, то я призываю вас подписаться на наш канал, который несет духовную информацию. Итак, сегодня мы поговорим о помазании. Что оно означает на самом деле? В Ветхом Завете Бог повелевал помазывать вещи и людей, чтобы отделить их для особой цели. Я приведу пример. Давид, как мы знаем из Первых Царств, был помазан Самуилом на царя Израиля. Он был формально и публично отделен через помазание елеем, что предоставляло сошествие Духа Святого на него, чтобы потом он мог стать царем. Священники помазывали елеем или маслом посуду в храме, указывая на отделение ради особого использования. В Ветхом Завете маслины давили, чтобы получать масло. Это масло выливали на предмет или человека, чтобы показывать отделение ради особой цели. Это первый прообраз помазания. Помазание — это отделение ради особой цели. Помазание — это нечто абстрактное. Это четкое отделение ради конкретной цели. Мы читаем в Луки 4:18, когда Иисус пришел в синагогу и прочитал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на фразу «Дух Господень на мне». Помазание — это когда Дух Божий сходит на кого-то, чтобы исполнить конкретное задание. Помазание — это не какое-то абстрактное чувство. Это не мурашки или ток, которые вы ощущаете. Они могут быть связаны с помазанием. Но помазание — это отделение и сила от Бога для человека, чтобы тот человек исполнил задание. Иисус сказал: «Он помазал меня благовествовать нищим». Иными словами, Он получил силу от Духа Божьего, чтобы проповедовать Евангелие бедным, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Помазание — это Божье отделение ради цели. Когда вы думаете о слове «помазание», думайте о слове «отделение». Иисус был отделен от утробы матери, чтобы исполнить задачу — стать спасителем мира. В имени Иисус Христос, Христос означает «помазанник» или «получивший силу». Мессия — это помазанник Бога. Если вы хотите понять помазание, то должны сперва понять, что означает отделение. Если вы это поймете, то вы будете знать, что такое помазание. Мы также читаем в книге Деяний 10:38.
как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Сказано, что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Помазание было на Иисусе, чтобы Он мог ходить, творить добро и исцелять всех, обладаемых дьяволом. Помазание дается ради цели. Вы не просто ощущаете помазание, чтобы вам было приятно. Когда Бог изливает свое помазание на человека, Он делает это с целью. Посмотрите на помазание как то, что Бог отделяет вас ради цели. Бог дает вам поручение и силу, чтобы вы сделали что-то для царя. Помазание приходит с целью. Помазание — это не только то, что вы ощущаете. Помазание — это сила Духа Святого, чтобы вы могли исполнить задание. Стоит сказать, что существуют разные виды помазания. Библия говорит Ефесянам 4, что Бог поставил одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. В теле Христовом есть разные дары и функции. Бог отделяет людей для конкретных целей и задач. Одни помазаны учить, другие помазаны, чтобы исцелять больных. Третьи помазаны на пророчество. Я не говорю, что не все могут пророчествовать, но некоторые люди обладают особым помазанием для этого. Вы должны понимать свою миссию и цель, свое место в теле Христовом. Делайте то, к чему вас призвал Бог. Исполняйте свое задание. И помазание Господа и Духа Святого поддержит вас согласно вашему призванию. Я видел людей, которые были призваны к определенному виду служения. Бог дал им благодать и силу, чтобы они делали это чудесным образом. Но они пытались занять другое положение, которому Бог не призывал их. Важно, чтобы мы понимали, чем Бог помазал нас и к чему Он призвал нас, чтобы мы могли исполнять свое призвание под помазанием и в силе Духа Святого. Некоторые люди получают помазание для работы. Бог призвал их, чтобы они влияли на других. Эти люди приведут множество душ к Иисусу Христу на рынке труда. Возможно, вы адвокат, доктор, психолог, учитель. Бог призвал вас, чтобы вы влияли, несли Его присутствие, помазание и силу туда, где вы работаете. Библия говорит в 1 Коринфянам 12, 4 и 5. Дары различны, но Дух один и тот же. 5. И служения различны, а Господь один и тот же. А 6 стих говорит: и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Очень важно понимать, что несмотря на то, что есть различные виды помазания, есть различные виды призваний. Все это делает один Дух, Дух Святой Божий. Бог призвал вас на это время с особым помазанием от Господа, чтобы выполнить задание. Найдите свое место, свою личность в нем. Попросите у Него водительства в том, что Он хочет от вас, и Он направит вас в место, где находится избыток Его помазания. Помазание означает отделение и силу ради цели.
Если вы верите в Иисуса Христа, то я хочу сказать вам, что вы уже несете помазание внутри. Библия говорит в 1 Иоанна 2:27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том и пребываете. Безусловно, здесь не имеется в виду, что мы пренебрегали учителями. В Ефесянам 4 сказано, что Он призвал учителей. Здесь просто говорится о том, что это помазание поведет вас в истине и покажет ложь. Кроме того, помазание внутри будет свидетельствовать о том, что приходит от Духа Божьего. Когда кто-то учит вас по помазанию, это помазание будет соответствовать тому помазанию, что внутри вас. Вот что здесь имеется в виду. Если вы верующий в Иисуса Христа, то уже несете миру помазание внутри. Но мы с вами также можем возрастать в помазании. Мы принимаем помазание Духа, когда рождаемся свыше. Но мы можем расти в помазании каждый день. Наш голод по Богу приведет к тому, что помазание в нас являлось в большой мере. Я приведу пример. Моисей не начинал с разделения Красного моря. Мы видим, как помазание развивалось в его жизни. 10 яз египетских шли одна за другой, и каждая следующая являла больше силы, вплоть до того, что на определенном уровне маги и волшебники Египта не могли больше ответить ему. Мы видим, что позже Он разделил Красное море. Даже в жизни Иисуса мы видим прогрессию в силе и явлении. Он начал с превращения воды в вино, а позже Он очищал прокаженных и даже воскресил Лазаря из мертвых. Он сам был распят, а через 3 дня воскрес благодаря Божьей силе. Он вознесся на небо через 40 дней. Мы видим прогрессию в росте помазания на жизни Иисуса. И как Иисус возрастал в помазании, так и мы можем возрастать в нем каждый день. Наша жажда и стремление к Господу определяет рост помазания в нашей жизни. Сейчас все хотят быть помазанными. Многие хотят переживать славу и силу Божью. Они хотят чудес. Они хотят чудес и знамений. И это чудесно. Но не стоит забывать про сокрушение и самоотречение, которые необходимы нам, чтобы возрастать в помазании. Мы должны отдать себя Духу Святому. Рост помазания в нашей жизни зависит от того, в какой мере вы отдаете себя Духу Божьему. Сам Иисус в Гефсиманском саду сказал: «Отче, если возможно, пусть эта чаша минует меня, но не моя воля да будет, а Твоя». То, в какой мере вы отдаете себя, определяет уровень помазания, который даст вам Господь. В Ветхом Завете они давили маслины, чтобы получить масло, чтобы потом использовать его для того, чтобы помазать кого-то или что-то. Готовы ли вы к тому, чтобы вас раздавили, чтобы масло получилось? Это масло представляет присутствие Бога. Готовы ли вы отдать все ради помазания Господа? Если вы сделаете это, вас ждет большое проявление славы Божьей в вашей жизни. Я хочу помолиться за вас прямо сейчас. Я хочу помолиться о том, чтобы это помазание, присутствие Божье, вторглось в вашу жизнь, прикоснулось к вам, наполнило вас. Если Господь уже использовал вас, я буду молиться о том, чтобы вы поднялись на новый уровень помазания Господа. Бог даст вам силу, чтобы выполнить Его цели.
Люди будут видеть его призвание в вашей жизни. Вы будете знать свое призвание и цель. Отче, я молюсь во имя Иисуса Христа за каждого, кто смотрит нас сейчас. Я молюсь, чтобы ты помазал каждого из них. Открой свою волю и цель им. Господи, я молю о свежем откровении о том, к чему они призваны. Пусть призвание Господа станет явным. Пусть голос Господа будет услышан. Пусть не будет преград. Я молюсь о том, чтобы помазание Духа, сила Духа Святого излилась на каждого, кто смотрит нас сейчас. Я молюсь, чтобы люди отдали себя и наполнились Тобой. Излей свое помазание, исцели тех, кто болен. Пусть Твоя слава откроется в моих друзьях во имя Иисуса. Аминь. Обязательно поставьте лайк этому видео, оставьте комментарии и поделитесь со своими друзьями, чтобы нести Слово Божье в народы. Мы снова в студии. Мы будем молиться за вас через минуту. Вы слышали слово Божье помазание Духа. Слышали принципы слова. Возможно, у вас есть призвание с небес. Бог призывает вас к чему-то великому. Я хочу напомнить вам, что за каждый призыв Божий идет битва. Каждый, кто призван Богом, сталкивается с трудностями, вызовами. Нет ни единого человека, который мог бы сказать: «Бог призвал меня, и враг не пытался остановить меня». Каждый человек в Библии сталкивается с вызовами. Я хочу помолиться за тех, у кого есть призвание от Бога. Я хочу помолиться о том, чтобы Бог дал вам уверенность. Доверяйте Ему, и Он будет развивать ваше призвание. Это путь, друзья. Это не прогулка в парке. Однако Библия говорит, что у нас с вами есть помощник, Дух Святой. Дух Святой приходит, чтобы укрепить нас и помочь нам, чтобы мы исполнили призвание Божье. Вы не одни в этом пути. С тем помазанием, что Дух дает нам, мы можем исполнить мечты Бога о нас. Я хочу помолиться за вас, за тех, кто болен, у кого есть проблемы. Я хочу молиться о том, чтобы Божья сила и присутствие мотивировали вас и направили на верный путь. Я хочу помолиться за тех, кто призван проповедовать Слово. Возможно, вы призваны заниматься бизнесом или быть доктором, адвокатом, чтобы влиять на людей в своей среде. Я буду молиться о том, чтобы помазание Господа дало вам сил, и вы могли делать все, к чему призвал вас Бог во имя Иисуса. Отче, сейчас я молюсь за своих братьев, сестер, друзей, которые смотрят этот выпуск. Боже, я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил их, дал им силу. Отче, прикоснись к тем, кто проходит трудные времена. Господи, они доверяют Тебе в исполнении призвания. Я молюсь о том, чтобы вызовы врага не оставляли их. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы всякое оружие, сделанное против них, не было успешно. Я молюсь против немощи и болезни, против гнета врага. Я провозглашаю сейчас во имя Иисуса, что все дела дьявола теперь разрушены. Во имя Иисуса я провозглашаю, что сила Духа работает в их жизнях. Во имя Иисуса я призываю всякой буре утихнуть во имя Иисуса. Отче, я провозглашаю работу Твоего помазания в людях. Я провозглашаю работу силы Божьей от их имени. Я провозглашаю во имя Иисуса, что они лучше завоевателей во Христе Иисусе. Отче, я провозглашаю, что они переходят от славы к славе во имя Иисуса.
И то, что они узнали сегодня, поможет им войти в их призвание. Благослови тех, кто призвал проповедовать Слово. Благослови тех, кого ты призвал на роль докторов, адвокатов, бизнесменов. Мы провозглашаем благословение Господа, которые будут направлять их. Дай им откровение, дай им понимание. Отче, я молюсь, чтобы Ты осветил их путь, чтобы они ходили праведно и выполняли волю Твою. Да будет воля Твоя в их жизни во имя Иисуса. Прикоснись к каждой семье, ко всем, кто смотрит. Отче, нас смотрят во многих странах. Прикоснись к ним сейчас. Отче, исцели людей, освободи, защити, благослови свою церковь по всему миру. Пусть будет прославлено имя Иисуса. Во имя Иисуса, аминь. Друзья, знайте, что мы молимся за вас. Мы любим вас. Если вам нужна особая молитва, вы можете связаться с нами по адресу, который видите на экране. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, потому что там вы получите доступ к прямым трансляциям. Кроме того, вы сможете посмотреть и другие короткие ролики, которые благословят вас. Помните, что вы должны питаться Словом, чтобы быть сильными. Питайтесь правильной духовной пищей, и вы будете расти. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас и молимся за вас. Увидимся в следующем выпуске. Здравствуйте, друзья! Вы смотрели эту передачу на канале ТБН России. Спасибо за вашу поддержку. Если эта передача стала благословением для вас, то я призываю вас позвонить в колл-центр ТБН и поддержать их. Ваши пожертвования очень важны. Именно они помогают этой передаче выходить в эфир и благословлять других зрителей. Сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и скажите, что вы поддерживаете эту передачу. Пусть Бог благословит вас.